когда она придет? Михаил Галустян. Так, ну кто там у нас следующий? Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Значит, хотите у нас служить? Да, очень работа нужна. А вы знаете, что у нас служат только умные, достойные и опрятные люди? Тогда мне по адресу. Ну хорошо, я понял. Ваше имя? Сашка, Саня, Саша имя. Я говорю, полное имя ваше какое? Александр. Александр, отлично. Отчество какое? Родионович.